Что ты скажешь, супротив лома? Ага, 4 миллиметра совместил. Все правильно. Все правильно. Ну вот, в общем-то, ай, тут столько мяса осталось. Ладно, мы деликатесики вырежем в отдельную часть. Все равно еще щеки вырезать. Щеки это с головы, да? Ага. Шкура. Так, я сейчас с другого ракурса зайду. Мне интересно, хирургическая часть тела. Нет, дело не тело. Давайте. Уже мучиться. В отличие от ската, здесь шкура отлично слезает. Ты уверен, что это рыбачок? А не какой-нибудь там чужой? Ален фиш. Вообще по-английски мунг фиш, а по-русски еще называют рыбу-удильщик. Из-за этого усика. Опа, вот теперь видно, что чужой, да. Только чулок на лицо упал. Ничего. Вот она, красоту. Косметику все снимаешь. Вот смотри, ты шкуру снимаешь, а он улыбается. Нравится массаж. Ладно. Та-дам! Да-да-да-да! Слушай, побольше, чем на видео, да? Слушай. Хвостик. Вот она где правда. Отделение головы от тела. Щечки. Увидел. Да. А он улыбается. Сейчас я поближе сниму. Ой, ты моя красавица.